Илья Алексеевич Медведев родился 19 июня 1915 года в деревне Денисовка Сидельниковского района Омской области. После окончания десятилетки работал в колхозе. В Красную армию был призван в 1942-м. На войне он стал командиром расчета противотанкового ружья 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. 17 января 1944 года рядовой Медведев в бою за деревню Старицы Псковской области подорвал огневую точку противника вместе с расчетом. Был ранен, но остался в строю. 3 февраля 1944 года во время боя проник в траншею противника, уничтожил 10-х, а 2 взял в плен. Будучи командиром стрелкового полка, с 26 на 27 июля 1944 года Илья Медведев в бою за железную дорогу и шоссе Двинск-Рига поднял бойцов в атаку. Первым ворвался во вражескую траншею, истребил 14 гитлеровцев. Несколько человек пленил, был ранен, но вновь не покинул поле боя. Илья Алексеевич Медведев за воинскую доблесть был награжден орденами славы 3 степеней.